Анонс и точная дата выхода с 101 по 105 серию нового сериала «Плен». Новые серии сериала продолжат выходить на турецком телевидении с 1 по 5 мая. Серии будут выходить по одной в день. В продолжении сериала мы увидим, как однажды ворвался желтый шторм. Место будет перемещаться. Расстанутся Леорхун и Хира. Как воспримут эту ситуацию Нуршах и Афифа? Сможет Леорхун объяснить правду в этой ситуации? Архун объясняет, что Саадид покинул Хиру и вернулся в Турцию. И что это не любовь к племяннику, а любовь к наследству. Хира снова сталкивается с правдой. Кровные узы не могут стать узами жизни. Но Саадид не легкая мишень. Есть одна маленькая деталь. Даже если Хира услышит эту правду, у нее есть сомнения. Она не может поверить Архуну. Но как только Архун объяснил это, Хира поверила ему. «Если ты говоришь, значит это правда», – сказал он. Что же произойдет теперь, что поколеблет доверие Хиры? После этого события Архун дает понять Хире, что он не один. И что он не оставит ее одну. Хира поддерживает его, пока она в слезах. Архун почти говорит «я рядом». Хира совершила большую ошибку. Саадид подошел к Хире и просит прощения, чтобы загладить свою прошлую ошибку. Он объясняет, что теперь так не думает. Хира, с другой стороны, немедленно отжигает эти слова и дает Саадиду козырь, который вытащит Хиру из дома. Архун пытается тыкать и закрывать все проблемы, пока и Саадида выгоняют из особняка, слово переходит к нему. Он открывает всем, что несколько месяцев пытал Хиру как убийцу Нихана, насильно удерживая ее дома. Теперь Архун должен признаться. Архун должен говорить до того, как Афифа и Нуршах пойдут на Хиру. Но как Архун объяснит, что он молчал до сих пор. Что если Афифа не поверит ему? Эде и видео и правде. Ясно, что в новых сериях в особняке развернется настоящий ад. Новые серии сериала продолжат выходить с 1 мая. Если вам понравился мой обзор и нравится сериал, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!